И ничего зажимать не надо. Ничего не надо, только надо наводить, чтобы рамка была. Ага, не давай, урони. Давай, Господи. Здесь кнопку не нажмите, а то остановится. Выключай. Так. Ничего не видать. А потом... Включай. Так. Сейчас. Так, хорошо. Выключай быстро. Меня поддерживай. Я свесился там. Туда все выключи, включи. А что тебя в темноте не снимает, почему? Еще раз. Все. Одним махом, Семен, включай. Смотри, что сделал, держи. Давайте. Хвост не оторви, вот, видишь, повернен, батюшки. Покажи, какой. Красавец, это самец. А вот это голубка, а то голубь. Потихоньку меня спускать. Потихоньку слезть. Вот так. О, вот они какие. Ну. Ну еще. Вон она лапка у меня привязана, красненькая как. Давай, открывай. Так, теперь что делаю я? Возьми, Володя, сюда поближе. Вот это я сейчас их закрываю. Специально у меня туда. Сверху кладу ключ. Придавливаю. Сверху у меня бумажка, чтобы они не запачкали голуби. Днем голуби здесь, а ночью тут котенок. Мы прячем, потому что она все время открывает туда. Можно открыть его. Вот теперь стелю я ей положок. Вот она. А теперь гляди. Теперь выпускаю кошек. Сейчас она выскочит первая. Вот она. Ну, Паля вышла. Паля, да холодненькая. Рыжая это где? Сразу греться. Рыжая. Спит. Рыжая, ну. Ну-ка скорее. Смотрите, как он. Вот она пришла. Холодненькая такая. Вот сейчас смотри, как она залазит. Все, теперь, чтобы свет оттуда не попадал. А теперь попадает. Я сейчас принесу ей. Мне надо ее туда поймать. Так, разрешите мне туда забежать. Она уже сама бежит. А где тут рыба-то? Еще ни сколько рыбы нет, есть. Вот она. Так, ну смотри. Смотри, только одно слово скажу. Паля! Паля! Все. Ученая кошка. На. Это молоки от селедки. Но вот она какая, да, аккуратненькая. Никогда не укусит, не покорябает. Играет, подушечками только трогает. Самое у нее уязвимое место – это живот. И она начинает руку лизать. Вот она, смотри. А теперь тут она будет ночевать. Опускаем. Тут запор стоит. Все. А причину объясните, почему закрываем-то ее? Потому что она бегает десятки раз вот так вот, откроет и убежит. А оттуда руку опусти. Ну, холод идет. Ну, почувствуй. Ну, да, да. Угу. Это как колорифер, только такой. Холодный. Холодный. А это не, туда не лезет, остается на воле. Там холодно. А туда сейчас холодновато. Вот она здесь будет ночку ночевать. Сидит спокойно. А перед тем, как туда сажать, их в туалет. Ящик поставить сюда какой-нибудь. Да, ну. А что-нибудь положите и что? Нельзя, она открывает, когда надо, сама-то ходит днем-то. Но коробку поставить, если. Нет, тут у нас рыжка остается. Рыжка остается. Ну, чтобы не открыла. Ну, а куда она отправляться-то будет? А, ну, ясно. А как здесь за ночь она там отправляется? За ночь она не отправляется, она спит. У вас вон как. А это, если случится, ей надо будет, она подает, откроет и туда залезет. Рыжка у нас не закрывается. Да. Она здесь. Вот это рыжая. Крики, что же идет? Вот она сидит. Сейчас теперь еще рано ее садить туда, я ее вывожу. Все, пошли, Паля. Пошли. Паля, пойдем. Паля. Опа. Палевая, Паля. Так, теперь надо вот эту лесенку убрать. Вот я его сюда. Видишь, какая лесенка? Это там второй строитель. А тут-то, чтобы свет не попадал, закрываю. Смотри, какая теплая. Ну да. Сейчас прошли занятия у нас тут. Роман-то не выходит на вас?
Нет. Неделю не видать, не выходит из этого следа. Я вчера уже этому Вите говорю, позвони, живой. Нет, позвонил, живой. Он все время подбрасывает мне ролики. Не ему выходит. Скажи, на меня один вышел сейчас пятидесятник, по-хорошему все. Он принял православие, пятидесятник-то, в третьем колене пятидесятник-то, и сразу переходит в монашество. Ух ты. Свое монашество придумал. И сегодня мы с ним беседовали, так он что, трусов, чтобы не носить... А вы покажите, покажите. Да подожди, ладно. Ну я покажу сейчас. Вот, вот ролик надо послушать. Ты послушай. Трусов кому не носить, женщинам или мужикам? Всем, одна одежда, одна. Если зубы мост нельзя, значит, надо только выкинуть. Деньгами не пользоваться, электричество это грех. В урну плевать нельзя, плевать нигде нельзя, потому что вода есть святая. Очки, если все убрать, очков, чтобы ни у кого не было. Кому в Камбоджу надо было ехать 20 лет назад. О, понятно? Я скажи, Роман, ты скажи, слабо подвязаешься. Вот, скажи, зайди, я выставил ролик, он здесь. Вот, посмотри, сейчас ты его увидишь. Он хороший человек, ты его нельзя сказать, что он там какой-то это. Он искренне так поверил. А вот. Слаба, у нас веры нет. Да. Вот. Где это тут? Где? Вон руку поднимал только что, вон. Вот он где. Вот смотри. Сегодня утром беседовали. Слава Иисусу Христу! Слава! Во веки! Пятидесятник, третьем колене уже. Дед все были пятидесятники. Брат Игнатий. Да. Факел Божий. Истина Господня да воссияет во всех. Аминь. Скажите, пожалуйста, брат. Вы всем там говорили имена. Что значит Леонид? Леонид, это, понимаете, переводится так же, как и Лев. Вот, допустим, Виктор. Аминь! Больше не надо ничего. Виктор, Николай. Вот, и это, еще есть, все это победитель, одно и то же слово. Больше не надо ничего. Он Леонид, наверное, да? Аминь. Да, Леонид. Брат Игнатий. К вам есть обращение Господа, нашего Иисуса Христа. О, как. Не его, это от Господа. Я не буду вам все объяснять, вы человек верующий. Возьмите, пожалуйста, Библию. Так. В руки, или так, или прочитайте Откровение святого Иоанна Богослова, глава 22. Дальше он перечисляет, я считаю, тут время тратить. Говорит Господь. Господь. Он говорит, что говорит Господь. Приблизилось Царство Небесное. Что писать? Проект. Царство Небесное. Приблизилось Царство Небесное. Небесное. Записал. Антихрист правит на земле. Антихрист правит на земле. Правит на земле. Его знаки. Его знаки. Деньги. Деньги. Очки. Очки. Деньги, а потом что? Очки. Глаза, очки. Очки. Куда? Очки. Я подумал, очки. Что ослышался. Нет, даже очки. Не поверил. Это еще не печать антихриста, только знаки. Это еще не печать. Только знаки. Не печать антихриста. А он обрел во мне ученика добровольного. Кто прикоснется? Кто прикоснется? Просив Бога прощения и милости. А Роман его знает? Не знаю. Дальше что? Пусть он зайдет. Знаком. Просив Бога милости и прощения. Что прикоснулся к знакам. Проси у Бога. Но вид-то серьезный какой он. Серьезный. Да. Милости. Не шутит явно. Прощения. За миллионером ухаживает. Аминь. Где он живет? В Америке. Аминь. Аминь. Следующее. О молитве. О молитве. Совершать молитву в голос только Отче наш. Только никаких молитв. Совершать молитву в голос. Голос. Ну, слух. Совершать молитву голосом. А, молитву голосом. Да.
Только молитву, молитву. Только голосом, а только Отче наш. Никаких голосом. Молитв больше нету. Только Отче наш. И потом по голосам еще больше. Только Отче наш. Просьбы, желания. Отче наш. Все через сердце и разум. Тихо, через сердце и разум, через слезы. Хорошо. Я это все буду слушать, когда я могу тогда переписать, чтобы время не забрать. Брат, я еще не закончил. Игнатий, я еще не закончил. Да-да. Так, элементы сатаны. Зеркало. Элементы. Зеркало. Убрать с ванных, с дома. Элементы часы. Зеркало убрать. Это у него 95 тезеров. Время, часы висят у вас на стене. Убрать. Часы из стены. Так, еще что? Часы. Часы, время. А, часы на руках. Руках не носить, часы на стене на не повешивать. И на стене не вешать. На да. руках, на стене не повешивать. У вас убрать. Висит. Дальше. О еде. Еде. Потом? О еде пишите. Еда. О еде. Об еде. О еде. Об еде. Запас только на один день. Запас только на один день. Так что у вас мешки с сухарями висят. Морозилки, да. холодильники, все убрать. Господи, помилуй. Морозилки, холодильники. Все убрать. Все убрать. Газированные воды, всякие крашеные воды не употреблять. Все, что крашеные. Ну это можно. Бог дал нам воду для жизни, только вода. Крашеные убрать. Это уже человек пожелает, там чай себе сварить можно. Это уже дело. Только чай можно только на травах и вот этот чай, который на кустах растет. Никаких больше смесей и всяких разводить нельзя. У нас все так и есть. Аминь. Для того вас и Бог избрал. Следующее. Да. Для Игнатия Лапкина. Записывайте. Гляди на него выражение да. лица какое у него. Все видеоролики убрать. Ого. Все видео. Видеоролики убрать. Проповедовать только Христа распятого. Убрать. Проповедовать. Только Христа распятого. Проповедовать. Только Христа распятого. Ничего не объяснять. И толкования нет, чтобы никаких прочитал и все. Распятого. Ни Златоуста, ни одного слова. Ничего не объяснять? Ничего не объяснять. Имеющий ухо да слышит. Имеющий ухо да слышит. Бог любит только мудрых. Имеющий уши да слышит. Слышит. Бог любит мудрых. Бог любит мудрых. Об одежде. Об одежде. Об одежде. Одежда должна быть не двойная. Понимаете меня? Не двойная. Не должна быть двойная. Трусы и плавки не носить. Одел только свой срам, закрыл штанами. И так живи. Срам закрыт. Трусы одежда должна быть не двойная. Да. А нет. Ты написал двойная. Вот это двойная одежда, только штаны. Одел срам свой закрыл и все. И все. Плавки. Но это там, где он Сан-Франциско живет. Да. В одежде одеваться. Да. Исполнять. А у нас 45 будет одевать. Послезавтра. Иди в одних штанах. У вас это вообще не исполняется. Ну, не все исполняется из этого. Что-то исполняется. Брат, ничего не объясняй. Игнатий, ничего не говори мне. Ты сбьешь мне толку. Не дает говорить. Так, собьешь, говорит, меня с толку. Об одежде. Носить одну только пару. Одну пару. Штаны и рубаху. Никаких там подбивок, под каблуков. Ни в коем случае. Убрать все каблуки или там обчасы подбитые. Каблуки. Должна быть подошва одна и доцы. Ровно должна быть подошва. Я и сам еще до конца не понял. Так, об одежде с одну пару одевать каждый день чистое. Чтобы не было пота. Так, еще раз повторите, как? Без пота. Каждый день одевать чистое, чтобы не было пота.
одежду и ежедневно менять или как? Нет. Но это не строго указание, это по желанию человека. Да как ты каждый день, когда ну, одни штаны, ты мне еще спать должен, или спать, одежду, без штанов? Что в одежде-то? Одежду, чтобы каждый день одевать чистую, чтобы приятно было, чтобы чисто. Вот так, одежду, зачерку надо чистую. И на бумаге все уже записано. Это уже по усмотрению человека. Скобочка. А я считаю, одежду меня в 2 месяца один раз. Человека. Так. Все записал. Кажется, все. Ну, все. Все остальное Бог откроет. Так. Теперь можем порассуждать, брат Игнатий. Это он составил сам. Вы представляете? Так. Еще запишите. Еще запишите. Да. Обо мне не свидетельствовать. Обо мне, то есть как? То есть речь идет о вас. Не, вы вот, кто увидит этот ролик, уже увидит, а увидит. Но его уже выставлять нельзя. Обо мне не свидетельствовать. Ну да, но вот то, что мы говорим, это вы не против, что это все в интернете выставлено будет? У меня иначе... Кстати, братина, мы же говорили, все видеоролики убрать. Ну это вы пока это говорите, а как уж я сделаю, это как? Это я говорю, это говорит Бог. Угу. Вам выставите видеоролики и проповедуйте Христа распятого. И аминь. То есть я записываю, дальше я молюсь об этом, спрошу, а так сразу принять я это не могу. А он обратился от ваших роликов? Нет, нет, а смысл нет? Помолиться? Нет, его во сне правильно, было. Правильный ответ, во сне ему явился, кто-то и сказал, найди, Игнать, он меня нашел. Ну да, и что, приемлемо защита? Но Бог это рекомендует убрать. Из Фейсбука я все свое убрал. Ну, может быть, мы... Видишь, что... Так, вы закончите все, тогда что можно... Так, все, закончите. Все, это можно даже назвать...